Сиреноголовый. Миша, сиреноголового не существует. Его придумали, чтобы пугать детей. Папа, я его видел. Миша, это всего лишь сон. Ну что, Миша? Пап, смотри! Ну что там у тебя? Я знаю, где это место находится. Поедем туда? Миш, ты слышишь это? Да. Миш, пойдем посмотрим, откуда эти звуки. Давай, папа. Ты, Миша, как у меня во сне? Да, это то место. Смотри! Побежали! Смотри, там какой-то дом. Мы можем там спрятаться. Пойдем.